Ну, слушай, у тебя такое персональное соревнование с Максимом Зеленцовым по поводу лучшего бомбардира турнира, хотя Максим сейчас либо на втором, либо на третьем месте. Вот с чем оно связано, и планируешь ли ты его догнать в следующих матчах, вообще приедешь на полуфинал, финал? Да, на самом деле, видимо, он меня обманул, что он там на первом месте идет. Вот, просто, как бы, он нападающий, я ему сказал, ты больше забивать не будешь сегодня. Я приехал, все, хватит забивать, я буду забивать. Так-то пускай забивает, молодец, старается, вот. Но если я буду приезжать, я буду забивать больше, чем он. Ну, буду стараться. Ну, а так, на полуфинал, финал, конечно, да, планирую, по возможности, если, если сменим футболом, все там получится по времени, то, конечно, подъеду. Сегодня был самый результативный матч турнира. По большому счету, очень много голов было забито. Соперник расклеился, и вы почувствовали это и решили уже вот так додавить его? Ну, они молодые. Опыта-то еще такого не хватает. Я думаю, мы за счет движения, да, грамотно, за счет передачи где-то там, за счет опыта, да, мы смогли их прессинг сломить, я бы так сказал. Поэтому и у нас впереди у нас были выходы 3-1, 3-0, 2-0. Поэтому получилось больше, побольше сегодня забить. Еще прошу прощения. Это Сергей Валентинович наверняка смотрел, там пару привозов я сделал. Но в конце так уже хотелось побольше забить. Вот. Спасибо.